Он создавал одежду сцены, огромные декорации, которые, приходя на спектакль, видит зритель. Михаил Болонев написал несметное количество эскизов к самым известным спектаклям оперного театра. После реконструкции мастерские храма искусств все еще закрыты. Лариса Болонева, супруга художника, признается, чтобы все это создать, потребовалось немало усилий. Нам негде было сохранить Мишины работы. И любезно согласилось руководство русской драмы сохранить. И вот полтора года, вот как Миша ушел, его нет с нами, эти работы сохранены, я считаю, были в таком хорошем состоянии. Так зарождался замысел 40 эскизов к самым известным спектаклям. Здесь и Руслан с Людмилой, и красавица Ангара, и другие картины. Поддержал и помог организовать выставку «Союз театральных деятелей Бурятии». Коллеги Михаила Болонева вспоминают его уникальную работоспособность. Вместе с отцом, тоже художником, они начинали свой рабочий день в 7 утра, говорит Вадим Бройко. Начинали бегать по этому задику с краскопультом, заливая голубым, зеленым, такими пятнами. И потом уходили. И приходили на другой день утром, прописывали такими кистями маленькими детали. И причем это происходило как бы незаметно. А потом эти мазки превращались в огромные пейзажи, горы или особняки. Представленные картины – ничто иное, как зарождение идей. Теперь с ними впервые сможет познакомиться и зритель. Выставка картин Михаила Болонева продлится в течение недели. Дарья Белоусова, Виктор Немаев. Новости дня.